четко на ней смотрит в мою сторону, в сторону вышки у КПП. Да, вижу. Я вижу, вижу человека. Да не на вышке он. Он на вышке прямо. Да, да. Смотрит. Да, я вижу, сторону. Вижу. Я там очень плохо вижу, капец. Могу его спугнуть, если хочешь. Он меня жмет здесь, я не увижу. Сейчас я ему был с пулемета на. Ёб твою мать, ты убил его, Вейкер. Он пробивает насквозь, значит. Он насквозь пробил, он насквозь пробил, серьезно тебе говорю, я видел это. Брил просто. Мой? Или показалось, вот это и есть. Не шумя, ничего. Слушай, дверь открыта, да. Тут есть кто-то. Шарики есть, дверь открыта. Меньше? Вроде бежал другой. Тихо, тихо. Да, это другой, да, никто не перепутал. Ага, стоит крысюк. Давай гранатка. Убил одного. Выстрелы хард какие были? Боты начали стягиваться, Петр, там враг, походу. Вот и снайперка. Эх, возможно, не попал. Да, по Тетрис парик шарит. Куртушкин, я на крыше. Блять, не один. Дом? Нет, он отбежал, он не спрятался. Куда иду помогать? В доме. Поживешь предыдущий? Да. Счет мне выбил, падла. Бегу. Он в каком из домов? Ну, под шариком ровно, на в комнате. Прямо возле двери, либо справа от него где-то по окнам. Но он был вот в окне справа от этой двери. Убил мудака. У меня на жопе залудочка, я не могу лагать, пиздец. Сек, сейчас мы пойдем. О, он тут М700 скинул. 40-й, да? А, ну да, он с пистолетиком вернулся, ёптать. Только чтоб ты понимал, как он скинул. Подойди, пожалуйста. Сейчас надо хилиться надо. Пока что. Короче, вот сюда подойди еще. Вот тут лежал ремингтон, вот тут. И вон магазин. Да. Штанович готов? Да. На бункерах никого не вижу. Береги патроны, чисто. Хард. Я убегаю. Откуда? Не понимаю откуда. Харда вижу лежит. Ну я вроде все просматриваю. Конечно, мог там уйти через КПП, там вот
самому краю. Здесь он точно никак не мог пройти у нас. Ну, давай, я не знаю, попробую обратно к будке пробить. Ну, хз, смотри сам. 9 минут у нас. Короче, пробую. Что, если он тебе будет стрелять, я же его не убью, я ж не знаю тебя. Да ладно, хотя бы поймем, где. Даже не услышу его, скорее всего. Может, я не слышал, откуда он стрелял. Я прошел нормально, нашел, скорее всего. Ну, я прошляпил тебя. Тихо. В каком-то здании он. По-моему. В твоем? Да, в твоем. Нет. Убил. Лови его снизу, принимай его. Хорош. Это была хорошая сейчас инфа, просто понимаю. Он вылез, короче, в окно и чекал тебя сверху вниз. Я понял, долбанул. Он просто как жевательная резинка растянулся и полетел не вниз. Не помнишь, да, Харт? Мистер Кани. Где? 31-й. Ух ты. А что это там за бот такой вкусный лежит? Я хотеть посмотреть. Я Мищенко Серков. Я слышу. По-моему, на крыше кто-то. Либо птица, я не понял. Если есть возможность, гляньте. Да, на крыше точно. Да, вижу, 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 вижу. Блин, сейчас на этаж выше поднимусь. Левая часть, у левой лестницы. Да, да, да. Их двое. Возможно, их двое. Закрыли дверь, они там. Пойдем мы. Они на крыше? Да. Да. Фастемщики. Очень залутанные, хорошо прям залутанные. Вижу с правой стороны. Справа это другой, справа это другой. Значит, на меня смотрит. Значит, трое. Где справа они? Вижу, вижу, вижу. Да тихо, не кричи. Убил одного справа. Это было Алтын, Алтын. Еще по Алтыну дал. Аня, ты подбежал к этому дому? Я, да. Я слева, на левом входе. Я поднимаюсь на самый верх, оттуда буду чекать. Я тоже поднимаю. По левой лестнице я поднимаю. Они еще будут его пролутать. Надо кому-то уйти на скалы. Кто к ним поднимается по лестнице? Свои, да? Я. Ой, очень опасно. По левой лестнице. Да, да, да. Ну там тебя двое сейчас могут ждать уже, Серпов. В Алтынах очень хорошие ребята. Блин, дверь закрыта. Да, они закрыли ее специально. Вижу, короче, вижу, вижу, пикает. Это. Сучка, давай, давай. Ну? Слева пикает. Я могу побайтить, типа. Не надо. О, по мне уже что-то летит, блин. Да отсюда же. Спалили конторку мою. Я попробую со скал обойти. Со скал надо. Там ты их просто этих просто пощелкаешь, их идеально. Или они меня пощелкают, если... У левой лестницы двое. Хорошо, попал хорошо, по одному. Хорошо, отлично, отлично. Один отлично. Минус точно. Угу. Левей. Ползает, ползает. Он живой, он ползает, Мэтт. Нет? Двое. Он ходит. Двое ползают. Двое ползают? Фига, один я ползает, один ходит. Вижу. Хилится а, нет, он. Нет, не вижу, не вижу. Хилиться, Мэтт, которого ты... Смотри, если будет хилиться, Серп, ты можешь залететь его на анимации поймать. Нет, там один хилится, один нет. Понял. Он это, хирург набор юзает. Убили меня. Шар. Шара? Тихо. Не убила. Мне нужна помощь, не смотри в мою сторону. Понял. Убил меня, ну блин, поздно. Долго. Там это убили, вот интересно. Гляньте, вас там не один тот же убил. Сверху. На шарике нет никого просто.
Сейчас они маленько расслабятся, погодите. Они ходят уже. Да, я затих. Так, он открывает правую дверь, будет спускаться по правой, походу. Побежал. Нет, он бегает на месте. Снова закрыл дверь. Байтит. Байтит. Ко мне, может, дверь пойдет закрыть сейчас. Стреляет. Это по мне. Он как-то меня увидел тут. Походу, теплак тоже у них там есть, блин. Я уже попал. Ты на скалах был, как они тебя залутали? Может, чувак с той стороны просто отбежал и зашел? Вряд ли. Бегает. Лег. Не дверь, слышал, дверь закрыл. Прилет. Короче, я пойду на шарик пробовать прорваться. Давай, я контролю по компьютеру. А с крыши серверной, интересно, их будет видно? Вряд ли, там ниже. Там практически одинаково, мне кажется. Сейчас попробую серверной его пикнуть. Он тут вряд ли ожидает меня. Ого, блин, тут прям так открыто. Ты его убили? Нет. Я сейчас не попал. Его... Кто-то стреляет сзади с тетрисов. Стреляет, да, с тетрисов, но это не я. Либо его друга убил. Ранил. Правого ранил. Это еще немного времени. Главное, чтобы на шаре никого не было, иначе капец будет полный сейчас. Так, поднялся. Ожидай. Стреляет который? С правой, да, стороны? Да. Вижу. Замри ты, бля. Он пошел в ту сторону, побежал в ту сторону. Не слышу. Подходит к твоей двери. Я его не слышу. Флейхи тебе вроде прокинул. Он дверь закрыл. Дал ему. Там второй мертвый лежит. Я вообще не слышу, что ты ему даешь. Я выстрелов не слышу, что я прирал. Да выстрелов-то понятно, но... Он лег в углу. Вот если ты будешь выходить, сразу слева от тебя угол. От этого здания. Вот он там в этом углу лежит. Взял пушку с товарища. Тебе пошел. Убил. Ты его? Да, да, да. Красава. Сейчас. Он в Алпине был. Да, 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 в Алпине. Слышу, либо под собой, либо на крыше. Я в палатке в зелёт. Нет. Ко мне бежит один чел. На выход. На шарик. Не вижу его, не вижу, не вижу. На подъеме. Даю туда хаешку примерно. Слушай, где сейчас будет хае. Я тебя вижу. Ты с пистолетом слушайте. Слушай хае. Вот там, где хае, там он. Понял? Да, я не вижу его. Я вижу его, не вижу. Прям подо мной вот тут он должен быть на дороге. Сейчас позицию поменяю, подожди. Ладно, забиваю пока на этого типа. Мы это надо раскинуть. Тут тоже был такой пролут, уж бежал. Не по тебе? Нет. СВД-ка. Это в этом какого ее. В Тетрисе, по-моему. Я одного лутаю тут. Так, у него обоймы на Т-5000, Т-5000 нет. Должна быть, он там поскидывал, скорее всего, своих друзей, бля. МП-7 забрал у него. Я шлем переодел, у меня с забралом теперь. Привет. Так, бот меня нагрелся опять.
Ты по кустам? Да, 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 да. По боту? Бота убил. Да, да, да. Поднимаюсь у тебя. Аня была на той лестнице, да? Да. Под, короче, перед Тетрисом в кустах под елкой засвет какой-то, походу. Не пойму. Стрельни два разочек, да и все. Ты подходишь, да? Да, я подхожу. Где Аня была? Это вот это она валяется? Вот, 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 вот. Понял. Чекай шарик. Чекай шарик и всю ту полусферу. Вижу его. В ребу уходит. Не вижу. Он к трупу Мэтта подошел. Понял, сейчас пока буду смотреть. Он за камнем. Могу туда это дать лазер, если увидишь. Хз, хз. Смотри. Блин, сейчас подожди, я даю лазер синий туда. Я, наверное, не увижу. Ты? Да, по трупу какому-то поход. Вот труп, справа от трупа камень, вот он за этим камнем. Сейчас угол немного возьму. Да, его там не видно никак будет. Сейчас шарик еще гляну. Это шарик чист. Это челобот, кажется, какой-то. Ну, он глушитель лет нашел. Он влево, влево еще уходит. За большой камень ушел влево. Вижу, вижу, да, да, все понял, где он, увидел. Побежит вниз или вылезет, я тебе скажу. Угу. Шар чисто пока что. Вон шокнул, блин. Да ладно, блин, убил тебя? Да, да, да. Забрало, что ли, убил тебя? Да. Первым выстрелом. Пом. Все-таки. Аня, на которое оружие? У меня его нет, я не нашел ее пушку. На моем трупе калаш мой, все остальное у него. Ко мне уже подходит. У тебя иголки заряжены были, серпов? Да. Понял, беру. Двое ко мне подходят. Уже на крышу у меня один. Он с СКС-кой был, да? Я не знаю. Убил его. Их двое? Нет, там бот еще один был. Ну, вроде как. Короче, смотри. Тише. Левая лестница. Тише. Ник, помнишь его? Медсгор? Да, да, да. Все, да. Что? Ну и смысл в дорогих шлемах, если все равно лопается. Но... Там класс какой-то. Вот, а вот он мне сейчас попал в забрало фастем, у меня выдержало стекло. Мое нет. Ну вот видишь. Сейчас просто бить просто. Вот тебе и смысл, блин, весь. Короче, смотри, левая лестница, которая. Там чела я вообще не трогал. У него орсис, скорее всего, и скорее ёпта всего они на. Да, у него орсис с теплом и калаш с теплом. Калаш это Анин с теплом. Да? Серьезно? Да. Да, да. Да, вроде да. А, значит я не знаю, где твой калаш. Там я все облутал, там ни у кого не было, конечно.
Я худею, Рая, бля. В моем трупе еще тепло было. На МДР-ке. Там я снял уже. С этих типов тоже снимаю. И в сумке у меня MP7 Full Grazion. Там 2 слота или 3 занимает. Нас раскидали, да? По возможности. Тут уже черт пойми чье, блин. Не, ну ты ж меня вроде скидывал. Тебя-то да, тебя я отдельно скинул. У тебя все вообще нормас. АК-74, у тебя какой был серпов? С боковой ручкой? Да, боковая ручка. Все, вот он, значит, нашел я его. Там так, прицел еще его странный. Тоже пока что в кусты. Все, мать, все вроде как. Ну, таблеточки жахнули. Можно из крыши прыгнуть. Ух! Yes. А, хорошо. Сразу две ноги сломал. Отлично. Вы бы видели, там потому типы... Потому что Калин, он хилился. Алты, фулл броня, значит, калаш с теплом, Т-5000 с теплом, второй МДР тоже... Теплом. МДР с теплом, да, у второго чувака. Все с теплом, в алтынах такие. У меня же трое было, они собрали три оружия. Капец. Тоже в лобби. Там лежал только Тетрис. Даже ты вышел, да? Кому? У меня контакт. Где? Где военная комната? Где живой? Убил еще одного беровца. Серпов, ты цел? Я за ним в крайнем ангаре. Вот здесь сейчас. Ой, отбегу лучше. Станочка, тянешься? Да, я тут убил еще чувакашника. Еще одного снял. Так, я уже до путей хожу. Меня не пристрелить. Угу. Это яма? Да, я понял. Мне начнет автоматически нормально. Я к инкоте переступаю. Ну все, свободно. Я работаю. Нет, еще один пин-код. Да тут еще трое. Где они? Убил еще чувака. Я лег. Нет, не лег, они бегут ко мне. Где? Патроны кончились. Я лежу. Это ты? Да, это я. Я убью. Слева. Лутайте там всех, я потом могу кнопку еще раз нажать, в принципе. О, 46-й тут уже. Нормальный такой. Еще идут. Откуда? Слышишь, орёт идет? Нет, не слышу. А, вот сейчас слышал. Челобот, гранату кинул, ложись. Сейчас буду в поезд заходить внутрь. Зашел поезд. Все, поехали. Я-то не поехал. В смысле? А что ты в поезд не зашел? А ты сказал, что ты в поезде? Откуда я могу знать? Я тут отстреливаюсь.
смысле, ты там жить хотел остаться, что ли? Думал, мы уезжали. Я говорю, захожу в поезд. Я говорю, ты подходишь? Ты говоришь, да. Ну ладно, все, ништяк. Что сейчас делать еще на этой карте дальше, когда приехал поезд? Ну посмотрите, как он уедет. Я не лутал никого. Ты говоришь, че босс где-то бегает рядом. Я искал че босса по краям. Че ты ржешь, сидишь? Я просто представляю эту картину. Я еду на поезде, вид смотрит такой на поезд. Я тебе платочком машу с окна. Ты только вернись. Ты только жди. Я приведу помощь. Это ж неожиданно сейчас было это. Я вам занял. Купил? Погоди, а... нормально он отображается, вид этот молодой человек? Какой? Вот это. Ну как, без туловища? Да, да, вот без туловища. Убил. Е3, а что с ним? Ты все в порядке с ним? С этим ботом? Да, он у меня... Гусак, депо! Да, по тебе? Нет, но по кому-то... Чувака, сидели, сидите, потому что... Вот она опять вылетела во время... Ты её... ну, не сворачиваешь, ничего? Ты трогаешь? Ты трогаешь её? Говори. Говори, ты трогаешь? Вот так своей девчонкой к ней. Что-то хочется такое приготовить, не знаю что. 2 часа ночи. Неплохо. Что там хочешь приготовить? Макароны. Пельмени? Кстати, пельмени я тоже хочу. Я хочу вообще на костре плов. Вот, в принципе, сейчас самый сезон и время. Да. Все, что до 2 часов ночи готовится, это для слабаков. Просто время 4 утра. Ну, вот у меня 4 утра. Аня такая, хочу плов на костре, короче. И пошла за дровами в лес.